Хотелось поговорить не очень веселых новостей. Значит, у нас постоянно кто-то прибывает, кто-то убывает. И бывают талантливые люди, которые просто покидают нас раньше времени. Или мы думаем, что это происходит раньше времени. На самом деле, так было предписано. Может быть, не знаю. Как это на самом деле, мы никогда этого не узнаем. В общем, по поводу того, что разбилась мото Таня, я ее видел мельком несколько раз. Я ее канал не смотрел. Канал у нее, в принципе, такой ничего такой приятный. Ну, немного какой-то не структурированный, но в целом девушка очень талантливая, или женщина. 38 лет ей было, да. Очень талантливая. И вводит, в принципе, достаточно относительно неплохо. Вот. Ну, то есть откровенно аварийного вождения я у нее не видел. Я сам вожу мотоцикл несколько лет. Вот. И я осознанно езжу на таком не самом мощном мотоцикле, хотя у меня было это самое желание, значит, раскочегарить себе мотоцикл, взять. Тут у нас смола падает с этой, с кремлевских елей, в хорошем смысле этого слова. Вот. Но у меня сейчас в данный момент Suzuki 77 лошадиных сил, это GSX 650. Вот. И он достаточно такой, ну, относительно спокойный. То есть на нем можно и 200 гонять. Ну, 160 вообще легко едет на автостраде. Вот. Но в целом он такой достаточно спокойный относительно, я бы сказал так. И я думаю, что так и должно быть. Ну, и у него расход, во-первых, 4,5 заявлен литра на 100 километров. Вот. Что, в принципе, он это такой инструмент дзен или такой инструмент самопознания. То есть наша душа, которая пришла в этот мир, она хочет развиваться, и она ищет возможности для развития. То есть мы должны заниматься самопознанием, развивать свою душу. В этом наша цель. То есть не то, что мы иногда выдумываем, а то, что заложено заранее. Ну вот, и возвращаясь, значит, к мотоциклу. Мотоцикл – это инструмент такой очень жесткий, который, как говорят, меч, его можно схватить за рукоятку, можно за голое лезвие. Так же самое мотоцикл – это очень жесткий инструмент, очень резкий. И если он тебя очень сильно наказывает, если ты невнимателен, неосознан, начинаешь выпендриваться, выбираешь каких-то левых попутчиков там или водителей и, значит, друзей или приятелей. Вот. И, соответственно, вот мне кажется, ошибка. Ну, во-первых, начнем со знаков. Знаки были такие, что путешествие у мото Тани у нее не заладилось, она хотела поехать в Грецию. У нее не получилось, и в итоге она вынуждена поехала в Турцию. Они там как-то, видимо, быстро договорились с этим турецким знакомым и поехали колонной. В колонне, в общем, особенно когда она разношерстная, когда ты людей не знаешь, это всегда опасно. Это так же опасно, как и идти на обгон на мотоцикле, особенно на незнакомом участке. Вот, и поэтому тут как бы все сразу не слава богу было, все пошло не так. То есть надо читать знаки, первый вывод, который мы делаем из любого отрицательного события, а это событие очень отрицательное, мы первый вывод, чему мы научились, да? Вот, первый — это читать знаки. Знаки были очень плохие, вот. Начиная с того, что все не ладилось. То есть не было лада с богиней Ладой. И, в принципе, в таких ситуациях я рекомендую, если вот что-то важное начинаете, не стесняться и не стыдиться того, что просто отступить.
да, от своей цели. Вот, этого сделано не было. Потом сама, в принципе, можно говорить очень много о этих причинах, почему это произошло. Но самая такая, скорее всего, если анализировать эти все фотографии, то если смотреть на них и видеть, что разбита задняя часть у нее у мотоцикла, а у турецкого товарища, значит, разбита передняя. Скорее всего, конечно, было столкновение этого заднего мотоцикла с Таниным, которая ехала спереди. И она, в принципе, сама предсказала свою смерть. Она предсказала это в коротком ролике, шортс так называемом, на ютубе. Вы можете посмотреть на ее страничке. Она сидит в черном, как раз такая согнутая на земле. И сзади подкатывает мотоцикл и бьет ее в спину. Вот. И я думаю, что это ее предвидение было. То есть она в этом видео показала, как она погибнет. Вот. И будем надеяться, что она перешла, просто сменила мирность, перешла на другой уровень. Вот. И пожелаем ей там оставаться в седле и выполнить все свои цели и задачи. Вот. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если хотите.